Всем привет, с вами Нубастер, и сегодня я буду играть. Я превращусь в эту самую куклу в из игры в кальмара, и я приду к вам. Будут у меня сегодня два подписчика. Первый подписчик, который плохо себя вел, я к нему приду и разобью его дом. А, он хороший подписчик, он поставил лайк и подписался на канал. Он ведет активно, и он получит подарок сам. Ребята, он получит подарок, да. Те, кто активничает на моем канале, ставят лайкосики и смотрят мои видосики, тем я дарю подарочки. В этой игре я подарю либо тачку, либо мотик, либо что-то очень крутое. Ну ладно, мы отправляемся в игру и давайте позаценим, что нас сегодня будет ждать. Ставь лайк, ставь лайк, ставь лайк, ставь лайк перед роликом. Всем привет, с вами Нубастер, и я играю сегодня этой страшной куклой. Давай, покажись во всю своей мощи, ребята. Я проверю, что она может на самом деле. Или она такая страшная, как все говорят, или это просто слухи. И она не существует, и это все неправда. Ребята, в общем так. Если вы ставите лайки и подписываетесь на канал, в этом ролике я вас найду в этой игре. И вам подарю мега крутые тачки. Да, смотрите ролики, узнаете, как это было. А сейчас я хочу посмотреть, что же она может. Ребята, посмотрите, все люди ее боятся. Она мега супер... Так, отлично. Она может мега супер быстро бегать. Что дальше она может делать? А может мега супер высоко прыгать? Ну не очень... Ой. Ребята, это надо... Все, а с осторожностью использовать. С осторожностью. Может, она еще летать умеет? Давай, лети! I believe I can fly! Ой, нет, не получилось. Ребята, мы не умеем летать. Мы умеем быстро бегать. Так, у кого же мы можем взять тачку? Давайте возьмем тачку и посмотрим, как она... Влезет ли она вот в эту машину, ребята? Мне очень интересно. Ну, давай-ка, вылази, дамочка. Вот. Че у тебя такая тачка маленькая? Эй, ты куда пошла? Ребята, машины побольше нет. Такое чувство, что кукла реально в игре себя ощущает, как, знаете, как можно в жизни так играть. Машинки, куклы. Не подходит ей эта машина. Ну-ка, как я буду видеть? Ха-ха, прикольная. Посмотрите. Это я сейчас в машине, ребята. Ничего себе. Посмотрите, у нее ноги прямо возле руля расположились. Ладно, что, к первому чуваку поедем. Он написал дурацкий комментарий. Я не верю в сиреноголовых. К нему-то мы поедем. Во-во-во, вот эту тачку хочу, вот эту тачку. Мега-супер тачка крутая. Быстрее. Эй, ты куда, чувак? О, нет. Мне. Ой-ой-ой, давай. Спрыгивай быстрее. Да нет, ну что ты там, свои кувырки. Быстрее беги. О, мы успели взять мега-супер машину. Вот эту тачку я подарю подписчику, который написал крутой комментарий. Он поставил лайк и подписался на канал. Ребята, опасно за нами. За нами толстячок увязался. Он хотел меня выкинуть из машины, но у него не удалось. Эта тачка уже куда лучше, ребята. Посмотрите, кукла бедная просто боится, трясется, потому что Нубастер гоняет просто как зверь. И все может закончиться печально. Мы просто дрифтуем на этой мега-машине. Как он там, кстати, мотик? Можно было посмотреть, как бы мы бы смотрелись на мотике. Еще дождь не очень. Кукла, там у тебя волосы намокли, потому что, извини, больше машины нету. Я знаю, где кукла, и точно я знаю, где тачка для тебя находится. Здесь есть в GTA. Тачка мега-супер большая, кто знает, ребята. Она такая, короче, грузовик, как КамАЗ, такая желтая. Вот, как такая, только в мега-супер больше. Давайте найдем эту тачку, и мы ее, короче, используем для этой куклы. Ребята, интересно, как она будет смотреться. Но по пути я заеду и накажу подписчика, который... Зрителя даже, не знаю, подписчик, он мой не подписчик, который написал плохой комментарий. Или он не пишет комментарий. Так что, если ты это сделал, закрывай двери на замки. Кукла уже идет, она в пути. И она дрифтует, она не понтует. Сейчас она мега летует. Вау! I believe I can fly! Ой, не получилось, короче. Ладно, мы гоним. Сейчас я отмечу на карте место, куда нам надо ехать. Короче, ребята, куколка себя чувствует не очень-то комфортно. Ей просто всю спину протряла эта машина. Нужно найти другую. Ой, вот тот, кстати, чувак на нас смотрел странно. И кукла разозлилась. Она говорит, что ты на меня смотришь? Что? Таких больших не видел. Это примерно как тот зритель, который... Что такое? Что? Что? Он... Что такое, ребята? Хочешь подраться со мной? Иди сюда, я тебе сейчас покажу. Ребята, не могу достать до него. Ой, короче. Мы нарвались или нет? Ладно, возьмем машину себе побольше. Давайте возьмем тачку побольше. Здесь есть выбор. Возьмем вот такой джипик. Нет, ну джипик...
очень медленно ездит. Во-во-во, мотоцикл! Будем охотиться с Амотиком! Ребята, ну что, погнали к своему подписчику, который написал дурацкий комментарий. Он живет вон там. Вот они, его дома. Давайте, мы почти приехали, мы почти доехали. Вот его дома, короче, сейчас мы его и накажем. Так что, если это ты, тебе крышечка. Так что, если это ты, ты будешь как мышечка. Так что, если это ты, кукла взорвет тебе дом. Так что, если это ты, мама не поможет потом. Все, давайте. Вот он, его дом. Ага, любитель кошечек, значит, да? А, ну, это не твоя кошечка. А то сейчас ее в лепешечку. Ну, что будем делать? Возьмем, какие у нас оружки, обклеим. Давай, кидай, кукла. Вот тут положим гранату. Где-то еще две уже бомбочки. Давай здесь положим бомбу. Так, сейчас он, когда дверь откроешь, то все, тебе крышка будет. Давайте, давай, давай, кукла, повыше, еще выше. Да ты куда теперь? Мы отсюда не выйдем из-за тебя. Мы из-за тебя, Терти, вылезем. Ё-моё, моё-моё. Быстрее разгоняемся. И теперь мы должны сделать мега-прыжок на крышу. Давай, как тебя учил. О, не перелети, не перелети. Ух, молодец. Ставь на окна взрывчатки. Так, здесь. Это, короче, ставим взрывчатки на окна нашему зрителю, который пишет плохие комментарии. Получил. Тебе мега-супер штучки навешали на дом. Давайте, ребята, короче, теперь поехали к подписчику, который написал хороший комментарий, поставил лайкосик. Я ему подарю эту тачку. Мега-супер прокачку. Устрою попозже. Так что давайте, ребята, едем к нему. Одному. Да. Ну, если кто-то еще написал хороший комментарий и ведет очень активно, ведет себя на канале, ставит лайкосики, подписан на канал, то ты тоже, ребята, не окажешься без подарочка. Ну что, погнали к этому чуваку. Короче, эта кукла, я считаю, что должна согреть копов. Да, что это за игра, если у нас, если мы не согрели копов? Давайте возьмем мега оружие. И сейчас мы будем огреть копов. Вот, давайте вид от первого лица включим, чтоб я видел. Видел ее руки. Так. Во, давайте сейчас, короче, копы к нам приедут. Ребята, сейчас приедут копы. Будет 5 звезд просто, и мы проверим. Вон уже копы летят. О, за ними летит ракета. Быстрее, ребята. Где все? Ой, я по случайке раздавил свою машину. Ладно, давайте сейчас копы придут. Копы придут. О, копы, копы, что ж вас ждет? Ребята, вон та тачка, на ней-то мы и уедем. Ой, я случайно в нее стрельнул, что я наделал, ой, что я наделал. А, мимо я стрельнул. Ну что, где копы-то? Вот, первый коп едет. Ребята, первый коп, он даже не знает, на что он попал. Он просто попал, реально. Слушай, вы попали, все копы. О, что здесь происходит, ребята? Все, короче, я думаю, накопили свои звезды. Погнали, короче, ребята, выберем ладошку и поедем к нашему подписчику. К нашему зрителю, который написал плохой комментарий. А, хороший комментарий, да, точно, мы же уже наказали. О, не-не-не-не-не-не-не-не, я возьму вон тот мотик. Как трудно ей управлять, ребята, она такая гигантская. Вообще гигантуля, просто я бы сказала. Просто не могу ей управлять, она просто здоровезная. Но она бомбезная, конечно, кукла. Я думал, что она будет не очень, типа, неподвижная. Она двигается быстро. Короче, ребята, как вам последние мои ролики про эту куклу? Она действительно очень страшная. Она действительно очень опасна. Смотрите, как она едет. Опа, скрутила, как ее, ребят, походу, она в туалет хочет. Ее скрутила, посмотрите. Вау! Что такое? Что ты раньше времени вылетела? Давай быстрее, быстрее, это за нами копы. Там, наверное, уже звезд 5. Танки выехали за тобой. Ты понимаешь, что будет с твоей судьбой? Я просто уже не знаю. Гони, 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 гони! Быстрее! Гони! Вперед! Все на мощь! Просто все на мощь! Ставь быстрее! Все спидометры стоят уже 200 километров в час, и мы гоним к нашему зрителю, который поставил лайк и подписался на канал, написал отличный комментарий. Если ты этого не сделал, сделай прямо сейчас, и тогда мы прямо к тебе приедем. Давай быстрее ставь, быстрее ставь лайкосик на видосик. Вон там он живет, этот чувачок. А копы, короче, вот что сделали. Они нам просто все перегородили, перегораживают и думают, что это все... Ой, не попал. Не попал, зато попали копы. Ну чё, копы, дать вам второй шанс. Ой-ой-ой, тачку садится. Почему ты выбрала эту тачку? Мне нужно на мотик сесть. Давай, гони сюда. Оп, все, садимся. Это я специально сделал для того, чтобы сесть на свой мега-мотоцикл. Все, погнали, вот там он живет. Чувак, у него роскошный домик.
Давайте посмотрим, как выглядит. От первого лица выглядит вот так. Опа. Ну, я хочу ее видно, что постоянно падаешь. Бедная кука, ой, куда ей стрельнули. Ну и что вы хотите? Что вы хотите? Вы не можете девочку победить. Куклу. Представляете, все, увольняйтесь с работы. Считайте, что вы плохо отработали свою работу. Да что ж это такое? Вы что, хотите, чтобы я разозлился? Разозлился, чтобы? Точнее, не я, кукла, чтобы хотите. Вы хотите позлить, вы хотите поагрить ее? И тогда я вам не завидую, если вы это сделаете. Все, ребят, мы едем, отлично. Давайте, короче, подарим этому чуваку, нашему любимому зрителю, который написал хороший комментарий. Вот он здесь, кстати, живет, это его родители. Вот здесь его гараж. Так, припаркую машину, точнее, мотоцикл прямо здесь. Ну все, подписчик, ты здесь в окне? Ты, наверное, еще в школе. Если что, твой мотик здесь. Он мега-супер крутой. Спасибо за лайкосики, что подписался на канал. Извини, здесь копов я немного взорву у тебя возле дома, ладно? А то они мне мешают. Ладно, я пошел дальше. Ну что, копы, что вам надо от меня? Я обычная куколка. Все, пойдемте. Побежали, ребята, к дальнейшим подписчикам. Хотите, чтобы я к вам так пришел и подарил это? Подарил вам тачку за прокачку моего канала. Поставишь лайкосик, я к тебе приду. А если ты напишешь комментарий, я тебя найду и отблагодарю. Все, с вами был Нубастер, а это была Мега Куко. Лети! I believe I can fly. Подпишись на канал, чувак. Поставь лайк, поставь лайк. И я улыбнусь. Можешь написать мне комментарий. Но если не умеешь писать, просто ставь лайк.